Посмотрите на Россию, что было с Россией 10-15 лет назад и что есть сейчас. И я бы, честно говоря, я бы хотела, чтобы в Грузии был такой же президент для Грузии, как Путин является для России. А как думают сами грузины, люди, которые тут живут? А вы спросите у них. Но им нужен какие-то... эффективный президент, который бы управлял бы страной нормально и который бы осуществлял интересы страны. Я не говорю, что Путин идеальный человек или идеальный президент. Таких не бывает. Я говорю, что нам нужен эффективный президент. А для России я считаю, что это человек, ну, если мы всю передачу должны говорить о Путине, давайте говорить. Нет, я хочу еще об одном человеке говорить. Я вам скажу, что Путин является человеком, который защищает интересы России. Как он это понимает и как это понимают большинство российского населения. Путин человек, который смог поставить Россию на ноги, который сделал Россию государством, с которым считаются и будут считаться, потому что с Россией никто до его президентства уже не считался.